Больше 1000 семей камчатцев получили помощь в семейных МФЦ в Петропавловске и Милькове. Так жителям полуострова помогают решить проблемные вопросы и получить комплексные услуги по разным направлениям. Работа в многофункциональных центрах ведется в режиме одного окна для удобства посетителей. Все необходимые услуги можно получить в одном месте без обращений в другие организации. Также во всех центрах есть специальные зоны ожидания и информирования, детские комнаты и зоны цифровых сервисов. Суть семейного многофункционального центра заключается в том, что здесь любую форму помощи может получить любая семья. Это не только семьи, в которых какая-то кризисная ситуация, либо неблагополучие. Любая семья с детьми, которой нужна, допустим, юридическая консультация, либо информация о действующих в Камчатском крае мерах поддержки, о том, как эти меры поддержки оформить, либо нужна какая-то помощь, в том числе и в кризисной ситуации. То есть с любыми вопросами семьи могут обратиться в семейный МФЦ. Отмечается, что центры МФЦ успешно выполняют свои функции, но увеличить скорость и процент разрешения проблем граждан позволяет совместное взаимодействие. К работе привлекаются органы государственной власти, различные фонды и организации, предоставляющие услуги населению. На сегодняшний день в Камчатском крае функционируют 2 семейных многофункциональных центра. Первый был открыт в декабре 2023 года в Петропавловске-Камчатском на базе Камчатского центра социальной помощи «Семья». А уже 6 апреля 2024 года состоялось открытие второго центра в Мильковском муниципальном округе на базе Камчатского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Напомним, семейные и социальные МФЦ открыты на Камчатке в рамках народной программы. Она была разработана и утверждена в 2020 году по инициативе губернатора региона Владимира Солодова. За все время работы служб их услугами воспользовались более 10 тысяч человек.